Несколько моментов по работе с опасной бритвой. Очень важным является хват, надежность хвата. Чаще всего это вот такой вот. Однако мы используем вот такой, что является достаточно надежным вариантом. Из этого положения мы можем совершать горизонтальные действия. Снизу, сверху, реверс и реверс снизу. И, соответственно, это мы можем открывать и закрывать одной рукой. Из чего мы переходим? Снизу, сбоку, с другой стороны, сверху, реверс и снизу. Ну и, соответственно, все это мы делаем двумя руками, как правой, так и левой.